Добрый день, уважаемые слушатели, дорогие друзья! 2023 год объявлен указом президента Российской Федерации годом празднования 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова. Под эгидой этого юбилея по всей стране проходят многочисленные мероприятия. И сегодня вашему вниманию будет представлен концерт в рамках научно-творческого проекта Саратовской консерватории имени Собинова «Проблемы художественного творчества к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова». Необходимо отметить, что данный проект реализуется при финансовой поддержке Фонда наследия русского зарубежья. В сегодняшнем концерте по благословению высокопреосвященнейшего Игнатия, митрополита Саратовского и Вольского, с водным хором, в состав которого вошли два прославленных коллектива Саратова, театр хоровой музыки и архиерейский мужской хор Саратовской митрополии, будет исполнено одно из величайших произведений отечественной духовной музыки «Всенощное бдение Сергея Васильевича Рахманинова». Слово предоставляется ректору Саратовской консерватории Александру Германовичу Занорину. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня очень яркое событие в истории консерватории, в год 150-летия выдающегося русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, который являлся одним из организаторов, сподвижником создания здесь, на Саратовской земле, консерватории. В год 111-й годовщины основания Саратовской консерватории, вчера в этом зале мы отмечали памятную дату, и в год 80-летия кафедры хорового дирижирования Саратовской консерватории здесь, на этой сцене, состоится этот замечательный и, на наш взгляд, грандиозный концерт. Хотелось бы, пользуясь случаем, выразить слова огромной благодарности Фонду «Русское зарубежье», который стал помощником и организатором этого мероприятия. Конечно, выразить слова огромной благодарности коллективам, которые присутствуют на сцене. Это Саратовскому губернскому театру хоровой музыки и в лице художественного руководителя, заслуженного деятеля искусства России Людмилы Алексеевны Лицовой. Выразить слова благодарности Саратовской областной филармонии в лице директора Анеты Викторовны Николаевой, Саратовской консерватории, кафедре хорового дирижирования, Саратовской митрополии за возможность осуществить этот, на наш взгляд, грандиозный проект. Особенно он ценен для нас в год юбилея кафедры, потому что одним из основателей нашей кафедры являлся профессор, заведующая кафедрой Марья Васильевна Тельцевская, которая являлась студенткой, ученицей Николая Михайловича Данилина, который, в свою очередь, был первым исполнителем этого произведения с синодальным хором. Поэтому такие пересечения, они не случайны, и сегодняшнее исполнение, и эти даты, которые я перечислил, они являются такой квинтэссенцией тех событий, которым посвящается сегодняшнее мероприятие. Хотел бы от всей души всех поблагодарить и пожелать приятного прослушивания. Спасибо. Благодарим Александра Германовича. Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и взгляды, писал Сергей Васильевич. Моя музыка – это плод моего характера, и потому это русская музыка. Совершенно особое место в творчестве нашего великого русского композитора занимают духовные сочинения. «Я люблю церковное пение», – признавался он, – «ведь оно, как и народные песни, служит первоисточником, от которого пошла вся наша русская музыкальная история». В ряду хоровых произведений композитора духовной тематики кульминационным, несомненно, является «Всенощная». Даже спустя 108 лет со дня создания она продолжает оставаться величественным памятником нашей культуры. В 1903 году Александр Дмитриевич Костальский, самый яркий, авторитетный представитель нового направления церковной музыки в России того времени, преподнес Рахманинову, молодому на тот момент композитору, но уже известному, издание одного из своих сочинений с такой надписью: «Глубоко уважаемому Сергею Васильевичу, знак напоминания ему о том, что есть на белом свете область, где терпеливо, но настойчиво ждут вдохновений Рахманинова». И вот через 12 лет тот же Александр Дмитриевич с нескрываемым восхищением назовет «Всенощную» Рахманинова венцом московской школы.
Да, вершина, но одновременно и лебединая песнь. Об этом пронзительно скажет позже другой великий русский композитор Георгий Васильевич Свиридов. Всеночные Рахманинова – это последняя вспышка христианства в русской музыке, надолго после этого погрузившийся во мрак. Напомним, что Всеночная появилась в страшные годы испытания для России в самый разгар Первой мировой войны в 1915 году и стала приношением русскому народу и настоящей молитвой о судьбе Родины. Рахманинов писал это огромное сочинение с особым вдохновением и в рекордно короткий срок – за 2 недели. Очень важно также, что «Всеночное бдение» создавалось им как произведение, принадлежащее одновременно церковной и светской музыкальной культуре. В 10 номерах из 15 композитор обратился к первоисточникам, подлинным мелодиям знаменного греческого, киевского распевов. В 5 ввел собственные темы. Он писал: «В моей всеночной все, что подходило под второй случай, осознанно подделывалось под обиход». И поразительным результатом стало достижение стилистического соответствия собственного материала той подлинной древнерусской мелодики. Абсолютное погружение и притворение глубинной сути древнейшего духовного жанра. В этом сочинении Рахманинов достиг поистине, как пишут многие, высочайшего мастерства композитора и распевщика одновременно. Впервые сочинение было исполнено в 1915 году в марте в зале Благородного собрания в Москве синодальным хором под управлением, как сказал уже Александр Гернович, Николая Данилина. Первое исполнение было без преувеличения успешным, и один из певчих даже вспоминал: несмотря на существовавшее правило, запрещавшее аплодисменты во время исполнения духовной музыки, слушатели после заключительного аккорда «Всеночной» начинали бурно аплодировать, и на опустевшую эстраду выходил один Рахманинов. В советское время «Всеночное бдение» по понятным причинам практически не исполнялось. И все же с конца 40-х годов в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости на Большой Ордынке в Москве за богослужением на протяжении 30 лет это сочинение исполнялось. Исполнялось один раз в год. Служба совершалась Великим постом в субботу, ближайшую ко дню кончины Сергея Васильевича. Напомним, что он ушел из жизни 28 марта 1943 года. И пел тогда знаменитый хор под управлением Николая Матвеева, на тот момент лучший церковный коллектив страны. Каждая всеночная была тогда настоящим музыкальным событием для Москвы и страны. А многие великие деятели нашей страны признавались, что после Рахманиновской всеночной для них начинался и первый шаг к Богу. Особо следует подчеркнуть и такой факт. Первым произведением духовной музыки, которое было записано в Советском Союзе на грампластинку, также стала «Всеночная» Рахманинова. Ее исполнил великолепный коллектив – Государственный академический хор СССР под управлением Александра Свешникова, хор, который ныне носит его имя. Случилось это в 60-е годы. Эта пластинка до сих пор считается раритетом, а запись – настоящим эталоном исполнения. Возрождение «Всеночной» в концертном бытии началось в середине 80-х, накануне празднования тысячелетия крещения Руси. Тогда сразу несколько ведущих хоровых коллективов страны представили свое исполнение этого сочинения. Отдельно следует сказать несколько слов об исполнении этого сочинения в нашем городе, в Саратове. Без преувеличения, судьбоносным является «Всеночная» для коллектива, для одного из коллективов, который располагается сегодня на этой сцене. Исполнение именно «Всеночной» Рахманинова в годы становления принесло театру хоровой музыки всероссийскую и международную известность. Впервые «Всеночная» была исполнена в Саратове в Большом зале Саратовской консерватории «Внимание» 22 июня, в День памяти и скорби, 1992 года исполнял театр хоровой музыки, за дирижерским пультом был
выдающийся отечественный хоровой дирижер, народный артист России Борис Григорьевич Тевлин. А уже в июле того года исполнение состоялось во Франции. Далее на протяжении 10 лет всенощную исполняли несколько раз во многих городах Европы, а также в целом ряде российских фестивалей, проходивших в Тамбове, Калининграде, Москве. Знаковым в истории исполнения всенощной в Саратове стал 2010 год. Наверняка в зале есть те, кто помнит, когда 20 марта впервые за богослужением сводный хор певчих в нескольких храмах Саратова исполнил это произведение в Покровском соборе. Еще одно исполнение за службой состоялось уже через 4 года, в марте 2014 года. Последнее же концертное представление всенощной было 10 декабря 2010 года здесь, в Большом зале, под руководством Людмилы Алексеевны Лицовой. И вот спустя 13 лет это монументальное сочинение Сергея Рахманинова снова прозвучит в Саратове, в городе с богатейшими хоровыми традициями, в Большом зале Саратовской консерватории. Итак, дорогие друзья, с трепетом и благоговением мы сегодня вместе с вами прикоснемся к этому величайшему хоровому полотну русской музыки. И пусть напутствием станут слова ангельского словословия из напева «Слава вышних Богу и на земле мир и в человецах благоволение», напева, который звучит в рахманиновском цикле, что особенно важно, дважды, напева, провозглашающего мир и единение людей во имя общего блага. Пример, запечатленного в музыке, выражение заветной мысли самого композитора о важности этого братства во все времена. Сергей Рахманинов, «Всенощное бдение», сочинение 37-е, в двух частях, вечернее и утреннее, с прологом, в 15 номерах. Номер 1. «Приидите, поклонимся». Номер 2. «Благослови, душе моя». Греческого распева. Солистка Татьяна Жаренова. Номер 3. «Блажен муж». Номер 4. «Свете тихий». Киевского распева. Номер 5. «Ныне отпущающий». Киевского распева. Солист Константин Кишов. Номер 6. «Богородица Дева, радуйся». Номер 7. Шестопсалмия. Слава вышних Богу. Номер 8. Хвалите имя Господне знаменного распева. Благословен еси Господи. Номер 9. Также знаменного распева. Номер 10. Воскресение Христово видевши. 4 номера знаменного распева. Номер 11. Величит душа моя Господа. Номер 12. Словословие великое. Номер 13. «Днесь спасение», номер 14, «Воскрес из гроба», номер 15, финал, «Взбранный воеводе» греческого распева. Номера исполняются без перерыва. Нижайшая просьба, дорогие друзья, воздерживаться от аплодисментов между номерами. Исполнители, лауреат всероссийских и международных конкурсов, театр хоровой музыки Саратовской филармонии имени Альфреда Шнитке, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств России профессор Людмила Лицова, главный хормейстер Елена Мельникова, хормейстер-дирижер Александр Балашов, хормейстер Евгения Абсолютинова, архиерейский мужской хор Саратовской митрополии, художественный руководитель и регент Александр Занорин, хормейстеры Виолетта Мальцева и Александр Статник, помощник регента Константин Кишов, дирижер Людмила Лицова.
Дорогие друзья, это грандиозное событие состоялось. Я поздравляю нас всех от всей души. И, к сожалению, этот концерт подходит к концу. Мы благодарим вас за внимание, благодарим за то, что вы были с нами в этом зале. Всего вам доброго. Еще раз со 150-летием Сергея Васильевича Рахманинова. До свидания.